18 декабря на центральном городском рынке Грозного произошел пожар. Сайт Северокавказского регионального центра МЧС информирует о том, что сообщение о пожаре в складских помещениях и магазинах рынка поступило в 14:05 по московскому времени. Общая площадь возгорания, по данным спасателей, составила 900 квадратных метров. Представитель пресс-службы Республиканского управления МЧС России сообщил, что в больницу доставлена одна женщина с легким отравлением от угарного газа.